Здравствуйте, меня зовут Галунов Песов. 19 мая 2020 года Исильским районным судом было принято решение о запрете кошепартии на всей территории Республики Казахстан, объявив ее экстремистской. Якобы она трансформировалась из ДВК. Услышав эту новость, группа людей, имеющих вот это убеждение, под протокол выписала мне доверенности от каждого для представления их идеи, убеждений и прав в суде апелляционной инстанции. 25 мая 2020 года мною была подана апелляционная жалоба на решение Исильского суда. 9 июня, то есть сегодня, мне пришло сообщение, что апелляционная жалоба возвращается. Таким образом, я считаю, решение суда у нас политически мотивировано, ибо возврат жалобы без рассмотрение его по существу — это попытка удержать у себя данное решение, чтобы не дать возможность ознакомиться как с самим решением, так и с материалом этого дела. Прошу обратить внимание мирового сообщества, всех демократических стран, правозащитных организаций на подобные действия судебной власти Республики Казахстан, которые препятствуют реализации и защите прав человека на убеждение, на свободу объединения, соответственно, на судебную защиту своих прав. Я считаю это политически мотивированным решением, препятствием. Таким образом, мы на этом не будем останавливаться, мы будем продолжать, но я обращаюсь именно по этому вопросу.